Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам кроссовки для мальчиков итальянского бренда Geox. Верх модели выполнен из текстиля и искусственной кожи, современного материала, не только не уступающего натуральной коже по качеству, но и являющегося абсолютно этичным. Эти кроссовки подойдут семьям, которые не носят кожаную обувь по идеологическим соображениям. Фактура кожи зернистая, она достигается путем обработки на специальных прессах. Это делает ее прочнее. На поверхности зернистой кожи меньше заметны мелкие царапины. Текстильные вставки не задерживают тепло в обуви и предупреждают появление заломов. Материалы, использованные в производстве этих кроссовок, надежные и долговечные. Гипоаллергенные и безопасные для здоровья, они подходят для детской обуви, сопровождающей ребенка во время активного отдыха. Две широкие застежки-липучки легко и быстро расстегиваются. Они надежные и долговечные. Ребенку будет просто надевать и снимать обувь самостоятельно. Мягкий ворот поддерживает ногу и будет комфортно облегать щиколотку. Подкладка и стелька из ткани приятны на ощупь. Они препятствуют появлению мозолей, мягко оббегая стопу. Стелька воздушная. При нажатии пальцами можно ощутить ее упругость. Нагрузка на стопы вашего ребенка снизится. Стелька съемная. Ее можно вынуть, просушить или заменить на новую. Толстая подошва из легкого упругого материала Эва смягчает удары стопы о поверхность. С ней ноги будут меньше уставать. Прочный протектор из резины защитит подошву от истирания и улучшит сцепление с поверхностью. На подошве есть светящаяся область, которая включается с помощью кнопки сбоку кроссовок. Предложите ребенку носить эти кроссовки в спортивном стиле с трикотажными штанами и футболкой или лонгсливом. Обувь подойдет для прогулок на улице и в качестве сменки на занятиях и в детском саду. Подарите ребенку комфорт вместе с его новой парой Geox.